А вот напавший на молодую маму в Красноярском перинатальном центре может грозить до 12 лет тюрьмы. Следователи допросили женщину и выяснили, что в феврале этого года 29-летняя жительница Шарыповского района заявила своим родным, что якобы ждет ребенка. Через полгода она переехала в Красноярск, жила у знакомых, которым также рассказала о беременности. А в соцсетях даже выложила бирку из роддома, на которой указаны данные о новорожденном сыне и врачах, действительно работающих в больнице. Однако, когда мать женщины приехала посмотреть на внука, та решила украсть младенца, чтобы выдать за своего. В полицию адрес нападавшей сообщили ее же знакомые, женщина раскаивается и признает свою вину.